Тони Лапрон Филмс представляет. Golden leaves looked brown to me. The world had less color without you. Shapes in the sky looked plain to my eye. The world had less color without you. I know plenty of people with eyes closed. They don't see you like I do. Darling, I do. Notes on the keys meant nothing to me. The world didn't sing without you. Birds in the trees fell silent for me. The world didn't sing without you, without you. I know plenty of people with eyes closed. They don't see you like I do. But darling, I do. Darling, I do see you. Дмитрий и Татьяна. 19 августа 2011 года. День свадьбы. Часть первая. Выкуп. Офигенно. Или накачу чуть-чуть. Сейчас так. Надо накатить. Что-нибудь есть у кого-нибудь? У него накатить. У него на такой накате же видел. Подстава. Ну, давай. Милый мой, проснувшись утром, я поняла, как... Чё? Сильно я тебя люблю. Ты почек твою любила, чё? Да, конечно. Она левой рукой пишет. Давай. Это комсомольская гость. Молодец, какой ты. А теперь помоги нам, продвигаемся на платину арену. Ну что ж, я подготовлю тебе серьезные испытания. Well, I'm just a modern guy.
молодец, и поэтому Татьяна, твоя любовь, передала тебе послание, которое ты сейчас можешь посмотреть. Парусам? Парус, что ли? Валим парус. Ну все, парус. Часть вторая. Регистрация. Дамы и господа, сегодня мы собрались здесь для того, чтобы приветствовать один из важнейших моментов в жизни Дмитрия и Татьяны – создание нового союза любящих сердец. И мы встречаем аплодисментами появление жениха – Дмитрий Рябинин. Ну что же, история без той, что под мотив волшебного оркестра в душе Дмитрия нарушила покой. Встречайте, несравненная невеста. И сегодня свою дочь-невесту провожает к престолу ее отец Евгений Васильевич Харламов. Аплодисменты отцу с дочерью невесты. Рука отца сегодня передает руку дочери в руку зятя. Мы просим, чтобы свидетели присутствовали при всем событии. Соблюдая торжественный обряд в присутствии ваших родных, близких и друзей, я обязана спросить вас, является ли ваше решение создать семью обдуманным, искренним и свободным? Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. Объявляю вас мужем и женой. Теперь, Татьяна, вы можете с полным правом носить фамилию Рябинина. И сегодня вы прощаетесь со своей девичьей фамилией Харламова. Мама своими руками подает вам этот шарик. Гости, поприветствуйте аплодисментами прощание невесты с девичьей фамилией.
don't see you as you are now, ever again. A perfect halo of cold hair and lightning set you up against the planet's last dance. Just for a minute, the silver fork sky lit you up like a star that I will follow. And now it's found us, like I have found you. Дорогие Танечка и Дима, я вас поздравляю со свадьбой. Я вас обоих очень люблю. Дима, я очень рада, что Таня все-таки встретила тебя. Вот. Я надеюсь, что ты возьмешь на нее полную ответственность, что мы ее очень любим. Если ты что-то сделаешь, мы всегда рядом. Вот. Я вам обоим желаю счастья, любви, семейного благополучия, чтобы, несмотря на все какие-то неприятности в вашей жизни, они вас никогда бы не сломали, и ваша семья стояла таким крепким камнем, который бы разбил любые айсберги. Я вас очень люблю. Я надеюсь, что мы с вами чаще увидимся. Часть третья. Банкет. Таня, Дима, от всей души поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаю вам счастья. Детишек побольше. Побольше детишек. Счастья вам. Здоровья. Денег. Всего-всего. Чтобы у вас все было, и вам за это, самое главное, ничего не было. Ну, мы покажем пример, наверное. Ребят, мы хотели вам, правда, привезти эту печь, которую мы с вами запланировали, вам в подарок. Наверное, ее даже сейчас уже несут по лестнице. Не стесняйтесь. Но все-таки решили, что вы купите ее сами. Поэтому это вам небольшой такой презент от нас. Счастья, любви, взаимопонимания и всего самого лучшего. Поздравляем! Пусть будет дружная семья, пусть будет светлая дорога. Храните верность, чуткость, ласку, уступайте друг другу, проявляя любовь и мудрость. Мир вам, мир и благословение вашему дому. Пусть он будет очагом добра, тепла и нежности. И чтобы жизнь чудесной сказкой стала, осуществленной мечтой, желаю вам такого счастья, дожить до свадьбы золотой. I gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. Сегодня у вас самый радостный в жизни день. День вашего бракосочетания. Это самый дорогой для вас день. Мы в этот день хотим пожелать вам счастья. Постройте свой дом, чтобы жить счастливо в нем. Посадите сад, чтобы радовал вас. Вырастите детей, чтобы гордиться ими. Помните, что семья, крепкая семья, это залог вашего успеха. Желаем вам счастья, благополучия, любите друг друга, уважайте друг друга, помогайте друг другу, берегите друг друга. Желаем вам счастья. Мы рады, что вы соединили свои сердца. Рады тому, что ваше решение было принято и испытано. До этого вы уже практически друг друга прекрасно давно понимаете и любите. Поэтому я присоединяюсь к словам Таниной мамы и хочу вам сказать, что живите дружно, счастливо, долго. Совет за любовь. Немногие из именно молодого поколения знают
вас столько, сколько я. Я думаю, с первого дня вашего знакомства я вас знаю. Не буду каких-то банальностей желать. Просто искренне вас люблю. И передаю своего друга тебе просто от всей души. Береги его. Желаю тебе счастья, здоровья, веселой жизни, чтобы вы жили весело и хорошо. И дружно, чтобы жили.